ну вообще тут хороший выбор очень. И кальмары, что хотите. Вот, хотите куриные лапы вот такие, а? Как он? Что там они? 10 евро стоят, 9, да? Ну, миди. Тоже, да, прикольно. Опять куриные эти. А это что такое? О, это а этот эти, да, кальмар, да? Краба. Краба, да. Краб. Ножки краба, прикольные. Ну, котлеты какие-то с краба, поняли? Ну, вообще бомба в азиатский магазин. Пойдет. Что это такое? Кристаллический сахар. Кристаллический сахар, нормально он? Ну, это китайцы могли придумать, что это такое. Вот и наш обычный, да? Ну, и вот китайский сахар. А вот немецкий сахар, ребята. Ну вот соль, например, евро 20, в Лидле в районе 95 центов, по-моему, да, что-то такое. Ну, короче, разные вот такие вот штуки-дрюки. Ну, это точно корм для собак. Согласитесь. Так, что вот это такое, а? Консервы какие-то, ну, непонятки. Ну, тут васаби, это все ясно, разные специи. Какой-то, короче, кокосовая алия. Короче, как-то так.